Многие реализованные инновации... Многие реализованные инновационные проекты не должны были получиться и не должны были пользоваться спросом у людей. Но эти проекты появились вопреки всему. Как ты думаешь, почему так получилось? Я думаю, что все инновационные проекты, которые у нас сегодня имеются, были связаны с тем, что люди сталкивались с некоторыми проблемами, которыми инноваторы пытались заниматься. Они решали именно эти проблемы, и я считаю, что эти люди достойны уважения. Почему решил делать свой проект? Я столкнулся с такой проблемой, как игры для детей с ограниченными возможностями. Так как их игр для детей с ограниченными возможностями их не было. Поездки в Оленьи ручьи, лагерь для детей с ограниченными возможностями, дети с синдромом Дауна, церебральный паралич, аутизм. У них была проблема именно как раз с игровой реализацией их потенциала. Для этого мы создали именно как раз Полилоб, где именно как раз каждый ребенок, каждый человек может проявить свои физические способности. Сколько пузырьков в бутылке лимонада? Я думаю, что этот вопрос очень важен, потому что этих пузырьков может быть гораздо очень большое количество. И думаю, мы этот вопрос будем еще со временем решать. Что повлияло на развитие твоего проекта? На развитие моего проекта большое влияние проявил мой отец. Мой отец мне очень помогает в развитии моего проекта. Он является моим учителем, моим вторым я. В общем, я ему очень благодарен. Кто ты? Меня зовут Семен Поляк. Я номинант на президентскую премию по технологии. Победитель инновационного конвента в номинации «Лучший социально значимый продукт». Вообще, у меня много достижений с моим продуктом, и я этому рад. В какой книге Льва Толстого есть персонаж Андрей Болконский? Ой, простите, я просто на самом деле не студент, я школьник еще. Мы Льва Толстого еще не проходили. Почему в радуге 7 цветов? Я думаю, потому что так надо. Как ты мотивируешь себя и участников твоего проекта? Я мотивирую себя тем, что я создаю нужные вещи для мира и для людей, которые пользуются моим проектом. Для чего нужно развивать инновации? Для того, чтобы мир двигался дальше, ведь без инноваций нету будущего. Что для тебя значит хорошая репутация? Стремишься ли ты к ней? Конечно, как любой человек, я стремлюсь к хорошей репутации, к достижениям и к продвижению моего проекта. Скажи спасибо. Спасибо.